Номинация «Исполнитель года из страны-партнера». Сербия. Прежде чем с отличием окончить Московскую консерваторию и завоевать первые места на международных музыкальных конкурсах, она обрела заслуженное признание на родине, в Сербии. В ее творческом багаже более 50 высших наград фестивалей и конкурсов, включая уникальное двойное лауреатство конкурса по скрипке и альту. Ярким для нашего лауреата стал 2023 год, который ознаменовался сольными концертами в двух прославленных концертных залах – знаменитом белградском Колораце и Большом зале консерватории имени Чайковского в Москве. А сегодня ее принимает премия «Браво» и историческая сцена Большого театра России. Пожелаем ей удачи. Масне. Размышления. На сцене Катарина Мрвич. Thank you.
Премия «Браво» в номинации «Исполнитель года страны-партнера» вручается Катарине Мрвич.